Про «Чорний квадрат» Малевича, про сучасних мастаков, про книжную графіку, про фотографію, про все это мы будем говорить с ректором Академии мастерств, дослідчиком Михаилом Борозной. Актуальные проблемы сучасності. История, культура, родная мова и мастацкое слово. Про это и не только письменник и публицист Навум Гальперович гуторить с талиновитыми людьми краины. Михаил Григорович, ну вот, напевно, вельми цікаво с вами поговорить про те речи, про которые увогуле многие цікавятся, и аматоры книг в первую очередь, потому что вот книжная графика, вы много писали, говорили про книжную графику, вот графика наша белорусская, вельми цікавая. Я памятаю сам вот эти книжки, которые у меня дома, и Кашкуревич, и навод Заборов оформлял книги. И вогуле, так сказать, славутые имены наших вот майстров. Это не просто иллюстраторы книг, иллюстраторы текстов, а это высокие мастацкие творы, так? Абсолютно так. И термин «мастацтво книги» как раз пасует наибольш полно до этой изъявы уникальной суладди текста литературного, книжного блока, сегодня называем дизайна, звонкового оздобления, переплету, футляра и, зрозумела, иллюстрации. Это для белорусов великое достижение. Еще идея с давних-давних часов от Матея X, Франциска Скорины. И в 20-м столетии это стало изъява, ну, настолько яскравой, что это сегодня школа. Школа и белорусская книга, бачите, она занимает ведомые места на конкурсах мастерства книги краины СНД, замежных выставок. И это так само проява характеру белорусов. Вот такое имкнение до певной таемницы, разгретый текст, бо иллюстрация, поколи на книжке не друкована, это картинка. Ну, может, я не совсем так приемно для мастаков кажу, але это только частка. А коли вот есть уже комплекс вонкового оздобления, дизайну, иллюстраций, шрифты, которые пасуют до всего этого. Вот мы имеем такую одинку выключенную, которая является культурологичной изъявой. Это мастерство книги. Там все. Там не только мастак, там и литература, которая наперше дает штуршок до изъявления. Ну, вот, скажем так, напевно, вельми важно и для тех майстров ранейших, и до сегодняшних майстров не просто вот быть иллюстратором, скажем, тех текстов, а вот неяк уникнуть и проникнуться духом творчести письменника и створить, может быть, некую свою фарбу, якая больше раскрывая душу книги, это душу твора этого. Безумовно, это снова же якость и белорусской мастерской школы, и поваги до литературного текста, бо довольно нередко, скажем, на титульных листах есть прозвище автора литературного текста и мастака. И он часом выступает как соавтор. Когда есть значная колькость задач по иллюстрованию этой книги, когда мастак зарабил в образы, которые, ну, достигают вышень самого литературного текста, когда узгадать Кашкуревича, его «Фауст», то, безумовно, для глядача они выступают часом на ровных. И, ну, бывают выпадки, особенно в дитячей литературе, когда мастак навод может зарабить больше, чем литератор. Ну, вы ведаете, до речи, когда говорить про то, что вот есть литераторы, которые являются мастаками, архитекторами и так далее. Например, той же самый Вознесенский, и он сам, так сказать, робил некие, так сказать, цікавые замалевки. И Василь Быков малявал. Вот это сполучение соправдной литературы и выявленчего мастерства, оно створяет некий синтез, некий симбиоз вот этой творчести, так? Безумовно. Ну, можно взгадать целый шерох таких авторов и
«Маленький принц» Экзюпери, и мы памятаем малюнки Пушкина на глоссариях, на полях своих рукописов. Тому, да, это створяется синтез, потому что визуальная литература, она завсёды стоит побач с текстом, с его таємницами, с его секретами, с его композициями. Коли выдатный выник, коли вытонченная гарнитура шрифтовая, скабининское выдание взять, да и сучасных авторов, то мы бачим комплекс просто уникальной изъявы. И часом, ну, оно настолько суцельное, что нельзя выделить кого-то особенно, потому что вот это самые добрые выники, когда все это знитовано в один ансамбль. Ну вот давайте звернемся до вашей любимой справы. Это фото, это мастацкая фотография, это то, что сегодня, ну, вельми популярно и вельми цікаво. Это так само вид мастацтва. Это так само тое, что показывает и не только свет, але и душу мастака. Безумовно, я николи не сомневался, и про это завсёды кажу, что фотография, она и починалась как мастацкий свет. И Жак-Луи Дагер, он мастак был, он вынаходник такого мастацтва, как диорама. И первые фотографы, они вельми моцно копировали эстетику выявленчего мастацтва, живопису, портретного, краявида. И в истории мастацтва мы бачим богатую колькость мастаков. Альфонс Муха, Ян не только Булгак, але и его любимый мастак Фердинанд Рушчыц, и сегодняшние многие и живописцы, и скульпторы. И они, для их фотография – это инструмент, который позволяет их думки, идеи, почути адлюстраваць, магчыма, часам і больш вытанчана і адэкватна, чым пяро, аловак, які-то другі матэрыял. Таму гэта мастацтва. Ну вось якраз я хацеў бы пра гэта пагаварыць, можа быць, крыху наіўна, но вот сёння пры наяўнасці выдатнай тэхнікі, пры наяўнасці таго, што можна адлюстраваць самая цікавая з'яву прыроды, там яшчэ твар чалавечы і гэтак далей, то творы мастацкай фатаграфіі бываюць, ну, скажам, могуць спрачацца па якасці з творамі выяўленчага мастацтва традыцыйнымі. Могуць выступаць на роўных, могуць быць і больш вытанчаныя, больш дасканалыя. Але самое главное у этой з'яве, как фотография, это автор фотографии, который должен найти ту кнопку, до ее дойти, ее шукать. Это не просто натиснуть на эту кнопку, это пройти треба шлях. И это шлях мастака. Сегодня, когда можно снимать не только на фотоаппарат, снимают на телефон, снимают на планшет там, и так далее, убачил выдатный ракурс. Сфотографовал, здаецца, гэта так само твор мастацтва. Ну, можно разглядаць як тэхнічны фотаздымак і таким чынам, потому что есть выказывание великого эстрадного спевака, что надо спевать душой, так и фотографовать. Необходимо менавіта таким чынам, а не якім іншым. Бо все остальное – это, ну, технічный дизайн, технічная фотография. И шукать у гэтым, знаете, адпаведнік творчасці можно задаться такой концептуальной мэтой. Але добрый здымак, які мы лічым мастацтвам, его одразу заўважна. Там есть пачуцці, якія уласцівы толькі мастацтву. И мы их одразу познаем. Славуты ваш, скажем, институт, академия теперь, и она так само история нашего мастацтва, потому что и выкладчики, как правило, это выдатные майстры, это народные мастаки, это те, кто славится у нашем выявленчем мастацтве. И вы вот уже кольки год узначаливаете эту установу. Да, уже 12 годов, и все, как отбылося учора. И я не столько про такую посаду ректора, а нават про поступление. Прошло много часу, я в 1980 году поступил, але такое отчувание, литерально это было вот, ну, совсем недавно. И, зразумела, да, и пошанцевало, и был конкурс высокий, и те выкладчики, за кем мы столкнулись довольно хутко,
Яны сталі для нас легендамі, маякамі, светачамі. Это уникальные особы: Леніна Миколаевна Миронова, Павел Семченко, Заневский Анатоль и многие іншыя, кто выкладаў живопись. И самая уникальная з'ява академии, что там на сегодняшний день 5 факультетов, 4 выпускающих. И это одна семья. И уникальность установлена тем, что вот эта вот знітаванасць театральной школы мастацтва, дизайнеры, мастаки. Яны выхоўваюцца менавіта разам у адныя гады і працяглы час. І вот гэта супольнасць, яна вельмі моцная і унікальная, таму што быў бы ты ці мастак, ці акцёр, але бачыш вялікую постаць тэатральную. Ці нават чытаеш архіўныя з'явы. Літаральна учора віншавалі Зубкову Зінаіду Петровну з юбілеем 85 год. Я знайшоў яе асабовую справу студэнткі і ўбачыў, што пры абароне дыпломнай работы у камісіі было 4 народных артысты СССР, 2 народных артысты Расійскай Федэрацыі, 5 народных артыстаў БССР, заслужаныя дзеячы. І вот гэта чытаеш, нібыта ты не вучыўся на акцёрскім факультэце, але вот некі ўнутрыні гонар узнёслась, што ты ў той установе, якой звычайная камісія складаецца з такіх асоб, якіх толькі ў энцыклапедыі бачыў. Як вы ставіцеся, скажам так, да такой формы мастацтва, як перформанс? На сённяшні дзень у візуальным мастацтве няма пэўнага лідэра такога, от дакладна, што менавіта там мастацтва акцыі з'яўляецца дамінуючым. Ці синтез мастацтва з'яўляецца дамінуючым. У сённяшнім мастацкім свеце прадстаўлена на роўных і фігуратыўнае мастацтва, і беспрадметнае мастацтва, абстрактнае, як мы ще называем так па даўній звычцы, і мастацтва акцый. І ёсць пэўныя лідары мастацкага працэса, якія і на сённяшні дзень у трох гэтых стыхіях праяўляюць сябе. Ну, можа быць, такое наіўнае пытанне таксама. А ці можа быць лідар такога мастацтва ўмець маляваць? Ці павінен ён ўмець маляваць? Ну, разумеце, я ўже прамалінейных адказаў, якія былі ўласцівы маладым людзям, давно адышоў. І ўмець маляваць, ну, кожны нехай вырашае сам. Ці павінен ён асвоіць технологию малявання. Але малявання – гэта не толькі паўтарэнне рэчаіснасці на паперы, на палатне. Гэта ішы назіранне і вывучэнне прадмета. І нават такую унікальна з'яву чалавечага жыцця, як сам чалавек. Менавіта вот калі ствараецца скульптура учэбная і на яе выдаткоўваецца 120 гадзін, гэта не проста назіранне за некімі лініямі, паўторамі цела. Гэта знаёмства з чалавекам. Каго б вы назвалі, ну, скажам, 3-5, ну, самых яркіх прадстаўнікоў, ну, скажам, графічнага нашага мастацтва, графікі нашы? Кашкуревіч, Паплаўскі, Шарангович, безумоўна, Забору. Это з'явы просто унікальныя для беларускай культуры. Яны на многія стагоддзі будуць яшчэ яркім светам бачыць, і іх інтэрпрэтацыя нашай літаратуры, яна падштурхне і маладых людзей звярнуцца да класікі беларускай літаратуры, бо кожнае пакаленне павінна засведчыць некі свой погляд на эту класіку, на Якуба Коласа, на Новую зямлю, на Купалу, на яго вершы. Але вот гэтыя асобы, якія я назваў, гэта людзі, якія адносяцца да першых 10 гадзяў выпуску мастацкага факультэта, яны зрабілі подзвіг. А вот для вас якія самыя блізкія, самыя папулярныя, самыя жаданыя, самыя любімыя беларускія пісьменнікі? Я не буду тут наватарам, і не падумайце, што я тут нейкімі такімі лозунгамі выказваюся, але беларуская класіка для мяне – это самае важнае. Это і Купала, і Колас, і Богданович, і Владимир Караткевич,
Іван Міліш, Янка Маур. Ну, розумієте, проходить час, і ти звертаєшся як по новій по цій літературі. Ну, сьогодні обмежування нашого часу, ми спинимося поки що на тим, що про що ми сьогодні поговорили. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогоднішнім моїм сурозмовцем був ректор Білоруської академії мистецтв, дизайнер, фотомастак, дослідчик Михайло Борозна. Усього найліпшого, до побачення, до зустрічі.